Сегодня мы будем учиться рисовать кошку на песке. И для того, чтобы построить правильно ее фигуру, сперва рисуем крупную перевернутую каплю. Далее приступаем к лапкам. Внимательно следя за моим большим пальцем, повторяем все его движения. После того, как мы расчистим форму нашей капельки от песка, сразу становится понятно, что мы нарисовали нашей кошечке лапки и туловище. Теперь приступаем к рисованию шерстки. И здесь мы работаем кончиками пальцев или ногтей. Немного наклоня руку, делаем нашу кошечку пушистой. Следующий этап – рисование головы. И здесь очень важно нарисовать ее правильно по размеру. Запомните, что голова должна быть не шире, чем туловище кошечки. Нарисовав красивый ровный круг, вырезаем большим пальцем мордочку. Изображая ушки, помним о том, что в основе своей формы это два маленьких треугольничка. Все остальные детали мордочки, носик, глазки и ротик рисуем с помощью большого и указательных пальчиков. Такой прием рисования я еще называю щепоточный. И здесь вам следует просто внимательно повторять за моими движениями пальцев и также следить за аккуратностью в рисунке. Чтобы глазки блестели, наносим блики. Усики можно нарисовать или ногтем мизинца, или самой обычной тоненькой кисточкой. Ну и конечно же, какая кошка без хвоста? Кстати, а вы знаете, как будет кошка по-английски? Cat. Запомните, как пишется и произносится это слово. И в завершении я решила нарисовать две лестницы по бокам, по которым любят лазить абсолютно все кошки. Последний штрих, и наша песочная кошка готова!